Итак, здравствуйте, все, кто смотрит данный видеоролик. Транслирует курорт Ялта. В данном видео, дорогие мои, хочу рассказать вам об данной квартире-студии, которая на сегодняшний день сдается в аренду посуточно. Жилье находится на улице Архивная, на первом этаже частного пятиэтажного дома. Имеет свой отдельный вход. Рассчитана квартира на двоих плюс платное дополнительное место. В студии есть все необходимое для комфортного проживания и отдыха. Холодильник, чайник, микроволновка, телевидение, Wi-Fi, шкаф-купе. Давайте пройдем с вами в душевую комнату. Санузел, душ, электросушилка. Хорошее место расположения, близко к набережной, к морю, к Пушкинскому бульвару. Переход на сайт будет дана под видео ссылка, где вы перейдете и ознакомитесь с ценами на сезон аренды 2021 год. Идеальная чистота во всех номерах частного отеля «Отдых у Александра». Всем спасибо за просмотр, за лайки и комментарии. Добро пожаловать в Ялту. До новых встреч в эфире.